Более 500 заявок от желающих стать волонтерами на время празднования 800-летия Нижнего Новгорода уже получили организаторы проекта «Центр городских добровольцев». Многие из тех, кто подключился к обучению в удаленном формате, не первый раз участвуют в масштабных мероприятиях. За плечами у ребят чемпионат мира по футболу 2018, Универсиада в Красноярске 2019, фестиваль «Горький фест» и многие другие. И тем не менее, обучение они проходят на общих основаниях. Каждый из тех, кто будет помогать во время грандиозного праздника, должен обладать определенным набором качеств. Конечно, важна работа в команде, как и любому современному человеку. Без работы в команде сейчас никуда. Также важно умение общаться, потому что наши волонтеры взаимодействуют с незнакомыми людьми, например, на мероприятиях, и важно тут не потеряться, не растеряться, а суметь вовремя среагировать и ответить, и помочь тому человеку, кому эта помощь действительно необходима. Конечно, важна стрессоустойчивость, важна, естественно, ответственность, и также приветствуются лидерские качества, которые помогают волонтерам, особенно опытным волонтерам, стать, например, тим-лидерами, занять лидирующие позиции и помогать нам управлять командой волонтеров. Кирилл Васенин, «Время новостей».